небольшой вложек, знаете, когда бросаешь курить, очень сильно начинаешь чувствовать разные запахи. Запахи людей, которые спускаются в метро и очень сильно потеют, могут варьироваться от особо мерзких, да, супер-пупер особо мерзких, а также все те любители Советского Союза, которые до сих пор любят курить приму, любят курить разные сигареты без фильтра. Это вообще отдельная категория людей, от которых пахнет очень-очень страшно. С другой стороны, есть куча разных людей, которые болеют, которые также спускаются в метро, которые также ездят в общественном транспорте закрытого типа. Такого плана транспорт это, ну, обычно с кондиционерами. Вот там плотно заштурены окна и зимой, и летом. Иногда открываются двери, но этого не хватает для того, чтобы была достаточная вентиляция, и поэтому любой человек из-за изобилия микробов может очень сильно заболеть. Если вы не относитесь к любителям, там, я не знаю, совковой романтики, покуривая сигареты, либо там вейп, либо еще что-то, если вы не любите, чтобы от вас тоже там разило всякой нечистью, вот, значит, не употребляйте всю эту гадость. Если вы не хотите, чтобы от окружающих пахло неприятно, или вас это как-то будет раздражать, для того, чтобы вас это не раздражало, скорее всего, придумали ватно-марлевые повязки. Но в обычной ватно-марлевой повязке ходить не очень хочется. Поэтому есть как бы вот такая вот защита, которая защитит вас в холод. Вы без бороды сможете согреться. Защитит вас от неприятных запахов, которые несет окружающий мир, и люди, употребляющие алкоголь, сигареты, вейп, я не знаю, там Айкос, либо еще что-то, вот, а также от свидетелей, так сказать, альтернативной реальности, которые не любят мыться. Вот. Для этого вам достаточно надеть маску, и будет намного теплее. Берете обычную многоразовую маску, одеваете ее, и элементарно в большом городе можете свободно обходиться, комфортно в любом месте. Есть разные рисунки, то есть можно выбрать, как бы выбрать можете по ссылке в описании на AliExpress. Большое многообразие разных масок, разных, в плане того, что я оставлю ссылку также на маски, которые именно для загрязненных городов, таких как большие мегаполисы промышленные, вот, где именно смог, где именно метаном очень сильно воняет, вот, то есть там есть хорошие фильтра, хорошие маски, которые очень хорошо фильтруют. В общем, бросайте пагубные привычки, обзаводитесь новыми и не травмируйте свою психику. Легче одеть один раз маску, вот, чем испортить себе с самого утра целый день. Так что всем добра, пряников и анимешных масок. Всем пока!